Президент России так и не прибыл на саммит в Гамбурге. Его текущее местоположение неизвестно, и никто не знает, как это скажется на мирных переговорах. Похоже, Макаров сделал свой ход. Если он вернулся в игру, он хочет, чтобы об этом все знали. Где начнем охоту? В Африке. Макаров использует местных боевиков для перевозки грузов в Сьерра-Леоне. Оттуда они через Марокко идут в Испанию. Он идет на север. Прямо к порогу Ее Величества. Что это за груз? Я не знаю, но он для него важен. Он нужен мне. Можем подобраться по реке. В лагере есть фабрика, возможно, они хранят грузы там. Но эти ополченцы учиняют геноцид в горах уже много месяцев. Они будут повсюду. Макаров не допустил бы этого, не служа оно какой-то важной цели. Скорее всего, ублюдок будет там, чтобы следить за всем лично. Если он снова в игре, значит, мы тоже. Крайней деревни. Понял. Подберу вас через час. Фабрика уже недалеко. Груз Макарова должен быть там. Не шумим. Пошли. Не высовывайтесь. Здесь повсюду ополченцы. Соу, постарайся на этот раз не поймать пуль. Лучше о себе побеспокойся, старина. Транспорт на подходе. Ложись. Семер. Заметили!
Дайте дров. Ладно, готовьтесь. Идем. С дороги! Ложись! Живо! Вот надо же было устроить такую дрянь в мой день рождения. Лучше уж здесь торчать, чем каждый день есть то, что жена готовит. Это правда. Пробовал я, как она готовит. Долго нам здесь еще торчать? Одна сигарета. Он сказал, когда? Тогда растяни ее на пару часов. Тебе никто не говорил, что ты сукин сын. Но твоя жена меня любит. Постойте. Нас заметили! Юрий, займи позицию.
Враги, 5 метров. С запада идут двое. Сними их. Еще один патруль. Сними их побыстрее. Иду. Иду. Прорываемся. Чисто. Чисто? Да здесь вообще ни души. Николай, фабрика это тупик. Макарова не видно. Должно быть, он переместился в штаб ополченцев в центре города. Идем туда. Внимание, у нас гости. Нас заметили! Лучше бери калаш. Юрий, беги! Все ко мне! Техники!
отсюда! Все ополчение направляется к нам! Не останавливайся, а то нам конец! Миномет! Взрыв слева! Значит, устроим им теплую встречу. Юрий, миномет на крыше твой. Начинай обстрел! Лови по ним из миномета! Похоже на мельницы техники и отряд пехоты. Накрой их! Все цели в деревне считай врагами. Если кто-то шевелится, накрывай из миномета! Продолжай отряд ополченцев. Значит, устроим им теплую встречу. Юрий, миномет на крыше твой. Начинай обстрел! Лови по ним из миномета! Похоже на две единицы техники и отряд пехоты. Открой их! Все цели в деревне считай врагами. Если кто-то шевелится, накрывай из миномета. Продолжай стрелять! Подвигаемся! Надо добраться до церкви. У нас мало времени. Сюда! Николай, я подхожу к церкви. Ты уверен, что груз будет там? Больше им некуда было его деть. Если он не здесь, значит груз уже на пути в Европу. Надеюсь, он прав. Thank you.
чисто. Суп, двери! Времени нет! Беги к церкви! Живо! Вот это церковь! Край! У них таска! Они вывозят груз! Времени нет! Беги к церкви! Живо! Вытаскивай нас отсюда. Как думаете, что забрал Макаров? Вот найдем гада, сами у него спросим.